Леш, с победой. Неожиданно крупный счет. Наверное, никто не ожидал, что такой будет счет. Все-таки Ахмат достаточно сложный соперник. Спасибо большое. Ну, предсказать счет вообще, в принципе, тяжело, а тем более такой, да. Ну, сегодня все парни были заряжены на игру, заряжены на победу, да, и благополучно победили. Сегодня у тебя сумасшедшая статистика. 3 отдал, 1 забил, прокомментирует. Получилось так, ну, старался очень, да, стандарты отрабатывал, чтобы шли хорошие подачи, да, на 2 передачи откликнулся Жора, да, забил, благодаря ему тоже эти голевые возникли, да, ну, очень рад, надо продолжать дальше прогрессировать и не останавливаться. Ну, связки твоей с Раковым мы не удивлены, но Жора забил 2 мяча впервые в карьере, 2 он забил в одном матче, и за Локомотив первый забил мячи. Как-то вы пообщались после матча на эту тему? Ну, в первую очередь, я рад, что наша связка с Вадиком, да, сегодня возобновилась впервые за долгое, да, время, еще на таком уровне. За Жору тоже очень рад, так перекинулись пару слов, да, он очень счастлив тоже. Я думаю, что он забьет еще не один гол головой. Ты первый молодой игрок, который сделал 4 результативных действия в РПЛ. Вообще следишь за такими вещами, как к ним относишься? Не слежу, прочитал что-то, но это все для меня второстепенно. Главное – это победа команды. Что сказал тренер после матча? Сказал, что молодцы, дисциплинированно сыграли, да, сегодня снова на ноль. Надеюсь, так будет продолжаться, да, и будем работать и стараться побеждать в каждом матче. После матча вы всей командой пошли к болельщикам, что там происходило? Ну, мы поблагодарили их за такой выезд, да, ну, далеко, и мы всегда рады, когда нас поддерживают в других городах. Спасибо большое вам за поддержку, мы играем за эмблему.